С тех пор, как Земля вращается вокруг Солнца, пока существует холод и жара, бури и солнечный свет, до тех пор будет существовать и борьба, в том числе среди людей и народов. Если бы люди остались жить в раю, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть, благодаря борьбе. Война – естественное, обыденное дело. Война идет всегда и повсюду. У нее нет начала, нет конца. Война – это сама жизнь. Война – это отправная точка.